Всем привет, ребят, сегодня поиграем... А, я забыл, вы на канале у Шмыги, и с вами Шмыга, и да, и сегодня поиграем новую игру под названием Observation, да? Observation, по-моему, насколько я помню, да. И, ну давайте начнем, посмотрим, как оно. Ой, опти. Что-что, едва, ну нормально, да. Нужны субтитры, конечно. Куда без субтитров? Это что? Это что это такое без субтитров? Субтитров мы не умеем играть, конечно же. А как еще? Как я понял, это игра про космос, и насколько я читал описание, мы не будем управлять главным героем, а с помощью каких-то подсказок будем его направлять куда-то. Низкоорбитальная космическая станция «Наблюдатель», 410 километров над Землей. Хьюстон, прием, как слышно? Хьюстон, прием. Говорит доктор Эмма Фишер, я нахожусь на борту «Наблюдателя», крыло «Горизонт». Пожалуйста, ответьте. Ну же, да где же оно, дерьмо? Здесь что-то произошло. Возможно, мы столкнулись с чем-то, я не уверена. Станция падает, крутится, но я не знаю, мы летим в сторону Земли или мне отсюда ничего не видно. Джош, Элза, кто-нибудь ответьте. Сам? Сэм? Почему Сэм как сам? Хьюстон сам не отвечает. Сэм не отвечает. Я сейчас попробую. Ай, черт, Сэм! Сам? Сэм, ты здесь? Ну же, давай, ну, прошу, заработай. Ну, давай. Окей, Сэм, мне нужно получить право администратора. Включи голосовую идентификацию. Голосовая идентификация. Доктор Эмма Фишер, 140412. Анализируем сигнал. Эмма Фишер, ошибка голосового отпечатка. Отмена. Отклонено. Попытаемся еще раз. Голосовая идентификация. Доктор Эмма Фишер, 140412. Анализируем опять. Эмма Фишер, совпадение голосового отпечатка принимаем. Окей, ладно, хорошо. Я сделаю уже хоть что-нибудь. Система администрирования и манипулирования. Сэм, ты меня слышишь? Ответь. Запрос от экипажа. Ты здесь? Статус активности. Система администрирования и манипулирования. Я... Режим отклика зашел. I am here. Я здесь. Ну, наконец-то. Окей, ладно, хорошо, уже что-то. Окей. Сэм, ты похож сейчас в модуле 8. Я перемещу тебя в сервисный отсек горизонта в модуль 9. Это даст тебе ограниченный доступ к диагностике системы. Подожди. Прекрасно. Итак, я застряла в шлюзовом отсеке, модуль 11. Мне нужно попасть в 9-й модуль, но я не знаю, безопасно ли сейчас открывать этот люк. Можешь провести диагностики состояния корпуса и давления в модуле 9. Сбор данных.
Давление окей, питание низкое, точки контакта, да, система соединения подключена. Так, 10-й, давай тоже посмотрим. Посмотрим, что здесь вообще происходит. То есть мы будем играть за робота и на главного нашего персонажа будем... Угу. Что мне нужно сделать? Please repeat your previous request. Пожалуйста, повторите ваш запрос. Мне нужно диагностика смежных модулей. Нужно убедиться в том, что двери можно открывать. Please repeat your previous instructions. Пожалуйста, повторите алгоритм действий. Мне нужна диагностика смежных модулей. Нужно убедиться в том, что двери можно открывать. Module 9, hull contact points. Контакт точек с перемычками активны. Отлично, связь есть. И что насчет давления? Module 9 полностью герметичен. Хорошо, очень хорошо. Сэм, тут что-то вибрирует. Можешь проверить точки контакта в других модулях? Я понял. Тут все нужно, короче, через... Связь с точками контакта модуля 10 и ведущим модуля 12 утеряна. Предположение, модуль 12 более не подсоединен к станции. Твою мать, Джош мог быть в модуле 12. Хорошо, попытаюсь добраться до девятки. Сэм, люк заклинен, не подается. Панель управления не работает. Попробуй восстановить питание. Сэм, слышишь меня? А похоже, не слышу. У меня какие-то сбои, да? Что происходит, Сэм? Что это за звуки? Сэм, что это? Приведи ее. Сэм, отвечай, что происходит, черт возьми. Приведи ее. Что происходит вообще? Куда ее нужно привести? А? Куда-то нужно ее привести, да? Вырубилась, что ли, она? Я не могу ничего сделать, да? Я, то есть, просто наблюдаю пока. Что произошло? Я, кажется, потеряла сознание. Нехорошо. Ой, как нехорошо. Сэм, запусти самодиагностику. Есть какие-то ошибки? Функция релокации недоступна. Для доступа к камерам модуля требуется автоматическая маршрутизация. Хорошо, я смогу переместить тебя вручную, но как только я выберусь отсюда, запущу твои системы. Диагностика ядра памяти. А, тут такая тема, ага. Восемьдесят семь, девяносто три. Ну, то есть, как бы нормально еще, типа, да? 95. Так, R.
Главное ядро памяти было повреждено. Утеряна значительная часть данных. Получается, большая часть твоих системных соединений и данных была утеряна. Сэм, нужно, чтобы ты отсканировал, загрузил и восстановил как можно больше данных. Нужно вернуть тебя в строй. Не удалось подключиться. Есть. Мониторинг статуса заряда датчика есть. Сенсоры параметров жизненных показателей есть. Массив локационных сенсоров есть. Не удалось подключиться. Так. Соединение между системой и Самос было выведено из строя. То есть все работает, но нет связи. Нужно перезапустить связь в центре. Джош? Мэй? Кто-нибудь? Ну дерьмо. Окей, я так и думала. Я не могу выбраться отсюда. Панель управления люком не работает. Возможно, она заблокирована. Нужно, чтобы ты открыл люк модуля 9. Релокация. Окей, переношу тебя в сервисный отсек в модуль 9. Управление камерами должно быть снова активно. Попробуй. ВСД, чтобы двигать камеру, да? Есть такое. Станции до заправки кислорода, камеры сжигания. А, ну мышка. Панель управления люком. Подожди. Это О или... Приблизь, сменить камеру, занять сферу. Действие R, режим отклика. Системные соединения. Системные соединения. Замечательно. Переключение между камерами должно быть активно. Проверь-ка. Уе, другие камеры. Ага. Отлично. Вижу, ты подгружаешь прямую трансляцию. Где-то здесь должен быть протокол перезагрузки системного соединения. Найди и отсканируй его. Протокол перезагрузки. Сканеры не очень мощные, поэтому пользуйся приближением. Панель управления разблокирована. Так. Где-то на стене, да? Должен быть этот. Перезагрузки, да? А где? Ну-ка давай посмотрим. Где-то на стене, она сказала, да? Может быть, вот тут? Но мы так ничего не увидим. Или тут пофиг на это игре, или не пофиг. Давай с этой камеры попробуем тут. Кажется, будет прикольнее. Удерживать, чтобы сканировать. А что нужно удержать? Так, удержали. Перезагрузка системы соединений. Процедура SAMOS. Перезагрузка системы соединений. Отображает код терминала, который позволяет членам экипажа и призывать системные соединения. Внимание, просто потребуется подключить ко всем станционным соединениям. Применять только после полной перезагрузки. Ой, извиняюсь. X. Я X нажимаю, нет? Что мне надо сделать? Я X же нажимаю назад. Какой X? А, это не X, это Backspace. Хорошо, процесс переустановки интерфейса системы соединений должен был запуститься. Используй камеру, чтобы найти панель управления люком или другие встроенные системные оборудования. Панель управления разблокирована. Так, 224. А, нужно набирать. Фу. Отлично, похоже, все работает. Добавь еще что-нибудь.
А что еще нужно добавить? Не понимаю. Обнаружение системных соединений, да? Так, подожди, а может тут еще что-нибудь будет? Интересно, ноутбук. Два, три, четыре, так. Окей, okay. Okay, теперь добавь now люк в шлюз. E11. Люк. Это где? Здесь? Ага, тут я уже не могу ничего сделать. Так, подожди. Сфера, передовая практика доступна. Сфера, передовая практика. Сфера управления, передовая практика. Доктор Эмма Фишер руководит разработкой управления микрогравитационными сферами управления на наблюдателе. Операционный интерфейс для сферы управления можно найти с помощью графического пользовательского интерфейса, который расположен на рабочих столах членов экипажа. Планируется ввести его в эксплуатацию с новым обновлением систем SAM в ходе операции на наблюдателе. Сфера управления приводится в движение с помощью безопасного выброса CO2. Это позволит пользователю обследовать и чинить как внутренние, так и внешние системы станции. Микрогравитационные сферы управления все еще находятся на стадии эксперимента. Так, а давай-ка вот с этой камеры попробуем. Документы. Подожди, а что она... А, вот еще можно вот это... А, подожди, что она просила-то? Вот это вот просила же она. Один, три, один. Okay, looks like that is working. Похоже, это работает. Now, use your system link interface to open the EAS-11 airlock. Теперь использую свои системы, чтобы открыть этот люк. Замечательно, наконец-то я вышла. Отличная работа, Сэм. Окей, давай теперь и это запустим. Джош, не знаю, слышишь ли ты меня, но... Ненавижу эту ерунду. Джош, если ты в модуле 12, оставайся на месте. Соединение с корпусом небезопасно. Большинство систем почти обесточены. Я что-нибудь придумаю. Джош. Хьюстон. Кто-нибудь? Хьюстон? Anyone? Что? Погодите, Сэм, система внутренних переговоров полностью активна. Куда все подевались? Твою мать! Оповещение станции, оповещение станции. Так, Сэм, сейчас у тебя должен быть доступ к твоей ОС. Вводите в ОС в любой момент нажатием пробел. Теперь ты можешь переместиться в любой модуль и воспользоваться камерами, по крайней мере в крыле ЕА. Попробуй найти этот пожар. Что мне нужно сделать? Это пожарная тревога. Сам отыщи источник огня, сообщи мне. Его здесь нигде нету или есть? А, вот, Е4. В Е4 обнаружен источник воспламенения. Вот же, уже иду.
Он закрыт, да? Заблокировано. Необходимая схема не найдена. Сам? Сам, люк веша закрыт. Можешь его открыть? Can you get it open for me? Борьба с пожаром. Так, стоп. Какой? Тебе нужен, подожди. В Е05 тебе... Ага, вижу. Сейчас откроем. Сейчас откроем. Открыто, уже иду. Так, она в Е5. Переместись в Е3, мне понадобится твоя помощь. Куда она-то поползла-то? Подожди. Так, 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 так. Кухонная зона. А, вот он, Е. Но он же закрыт. Похоже, ты уже добавил люк 4 в системной среде. Отлично, приготовься. Перезапись системы пожаротушения. Доктор Эмма Фишер. Так, сам, будь готов открыть дверь на счет 3. On three. Are you ready? Подожди, я не готов. One. О! Two. Three. What the hell, Sam? On three. Ты что творишь, Сэм? Говорю же, насчет три. Shit, Sam. On three. Open the bloody door. That's it. Получилось, давай. Сэм, включи вентиляцию, нужно разогнать эту... А где вентиляция? Подожди. Разогнать дым. А как я разогню дым? Где этот вентиляция? Сенсор окружения, не то. Не, вентиляция должна быть, наверное, сверху, поверху. Или как? Или где мне включить вентиляцию? Тетка, подожди. Доктор Фишер, подождите, я не понимать. Робот тупой. Да блин. Это вот сверху я смотрю, да? Вот это вентилятора, нет? Да, или мне может быть вообще выйти, подожди. Или здесь вентиляцию включить? Блин, ничего не понимаю. Что? Помещение для экипажа. А, она-то где? Она там, да? В смысле, она же там была или... Не, надо, короче, перейти в четвертый. Подожди. Перейти в четвертый? А где здесь? Как здесь быть-то? Как быть-то, а? А, вот он. Включили. Так. Воздухораспределитель. Блин, он незаметный был, я и не увидел, поэтому. Сработало. Дым понемногу рассеивается. Насколько все плохо? Отчет о повреждениях. А как это сделать? Подожди. Я не могу. Я не могу. Подожди, а как здесь? Хранилище медикаментов. Повреждения внутренней обшивки. Стойки были повреждены и непригодны для использования. Не так плохо, как могло бы быть.
Из-за чего пожар произошел? Пожар, Сэм, в чем была его причина? Нам нужно убедиться, что подобное не повторится. Осадок на панели F1 свидетельствует о гипотетическом источнике пожара. Че? Это просто заглушка. Дай-ка взгляну. Что-то здесь есть. Вот тут. Что это? Похоже на густую смазку. Или масло. Темно-красное. Может, наверху что-то протекает? Серьезно? Что на сей раз? Сэм, доложи обстановку. Запрос от КПР, доклад о состоянии. Предупреждение о серьезных повреждениях, Е-12. Есть риск серьезного повреждения сектора 12. Необходимо немедленное отсоединение. Пожалуйста, если кто-нибудь сейчас находится в модуле 12, дайте знать. Быстрее, давайте быстрее, отвечайте. Мы вот-вот отсоединим модуль, пожалуйста, кто-нибудь ответьте. Ситуация становится все хуже. Станция... Уф, ладно, Сэм, приготовься к процедуре разъединения. Для начала мне нужно, чтобы ты обработал мой код авторизации и дал мне ключ обхода систем безопасности. Требуется вот. А как стереть-то? Ошибка вас, Сона! Так, а подожди! Ёб твою мать! А тут нет сброса, барышня? Черт возьми, Сэм, слишком поздно, Хьюстон, процедура обхода, что-то не так с Сэм. Торопись, Сэм, нацелиться на двигатель, чтобы... Активируй двигатель в правильном порядке. А подожди, а что мне нужно? Выбрать скобу? Ничего не понимаю. Если не забудешь двигатель в правильном порядке, модуль с корнем вырвет. Я не понимаю, что делать надо. Что здесь надо делать? Объясните кто-нибудь. Сэм, твою ж, модуль оторвался, шлюз пока держится. Процедура сбора провалилась. Боже мой, кто знает, как это нам аукнется. Сигнал потерян. Что-то произошло, Сэм. Сэм, конечно, мы больше не вращаемся. Мы смогли стабилизироваться. Кажется, пока что мы в безопасности. Я же... Так, я сейчас перемещу тебя на внешние камеры. Может, получится лучше оценить состояние станции. Точнее, то, что от нее осталось. Ну вот, уже накосячил, блин. Черт, ну я вроде правильно же последний раз. Сигнал очень слабый и неясный. Не понимаю, в чем дело. Мы должны быть прямо над Хьюстоном. Видишь какие-нибудь повреждения? У нас оторвалась основная цепь солнечных панелей в крыле AA. Это объясняет, почему питания ни на что не хватает. Похоже, мы сильно отклонились от курса. Повреждения не слишком серьезные, повреждены некоторые участки.
Нет, я тут пока ничего не вижу. Дальше погнали. Верхние модули крыла РУС сильно повреждены. Похоже, что повреждена только верхняя часть каждого крыла. Я же вроде нормально ввел этот пароль последний раз, или тоже неправильно? По-моему, правильно. А что нужно было делать с этими штуками, я вообще не понял. Крыло кит сильно повреждено. Бог мой, мои. Ну, кажется, все пока на месте. Я попробую подключиться к дальней камере, так мы узнаем, где конкретно на орбите мы находимся и не потеряли ли мы высоту. Боже мой, Сэм, это... Как мы вообще сюда попали? Запись черного ящика. Взят курс Сатурн. Запущена системами администрирования и манипулирования. Я привел нас сюда, судя по всему. Чё? Почему? Запись черного ящика 441. Получено сообщение. Заданы координаты. Ошибка. Приведи ее. Я не знаю. Да, ребят, первую серию закончим на этом. Дальше будем, конечно же, проходить эту замечательную игру. Ребят, если понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И с вами был кто? С вами был Шамега. Всем счастливо, всем покеда.